Здравствуйте. В эфире заседание Комитета по целесообразности принимаемых решений. Коллега, что у нас сегодня на повестке дня? Нацбанк предлагает казахстанцам половину своих сбережений держать в национальной валюте, а вторую половину в иностранной, ну, в целях большей сохранности. Ну, я переведу на народный язык. Это, как говорится, яйца надо держать в разных корзинах, а то мало ли что бывает, один пинок, и все может, все яйца разбиться. Но можно же это расширить. Так, а где юань, рубль и евро? Ну, то есть, самих корзин должно быть больше. Да. Больше корзин, больше надежности. Не, или же в данном случае все-таки, а где же дедоларизация? Почему бы не сказать, все храните деньги, как в советское время говорили, в сберегательных кассах, ну там в рублях, а здесь сказать, храните деньги в тенге. Вот здесь какое объяснение? Половину рекомендуем держать в национальной валюте, другую половину, если люди опасаются, они могут держать в иностранной валюте. А если сильно опасаются, получается, можно держать уже больше половины, процентов 100. В иностранной валюте. Ну да. В общем, казахстанцы – это наши умные люди. Намек они поняли. Я так полагаю, можно выносить резюме. Наш комитет выносит такой вердикт. Храните деньги в валюте, которую вы верите. Ну, какая, в какую валюту верят наши казахстанцы, я думаю, все догадываются.